И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и, как вы видите, сегодня видео вы не получите. Вы не получите видео и завтра, вы не получите видео и послезавтра, стрим будет и так далее. Благодаря одному дебилу, который яро хочет лишить вас этой, так сказать, этого счастья, не знаю, для каждого кому что, но видео вы получать не будете. Я не буду снимать видео, пока, собственно, не будет рестарта на сервере и так далее. Помните, в предыдущем выпуске на базе у нас появился босс, чиф, обезьяна, и он крашил, понятное дело, то есть мод сейчас крашит и так далее, и это все прекрасно знают. Вот. И он там элементарно не может появиться, и только, так сказать, недалекий человек, кто не знает про этот мод ничего, только он мог подумать, что он там сам, так сказать, появился и так далее. Я сразу же знал, что это вызванный босс, и, понятное дело, это... То есть сам он там элементарно не может появиться, это чисто вызванный. И то есть вызвать его несложно. Там альфа-сердце и еще что-то, короче, токсик-блат вроде бы. Вот. То есть как бы ничего сложного, лут добивается вполне легко, а крашит сразу же. Вот. Даже проблема не в том, что его тяжело убить и так далее. Убить вообще легко. Убить не проблема. Это еще то днище, которое можно легкостью завалить. Проблема в другом. Эти боссы крашат игру. И я специально в этом же видео показал, где моя находится база. Вот. Потому что есть один дегенерат даун и долбоеб, который любит косячить для вас видео. Вот, я лично не заморачиваюсь по этому поводу, мне без разницы, чё, господи, не сниму я сегодня видео, отдохну побольше, не сниму я завтра видео, отдохну побольше, о, не будет стрима, я отдохну еще больше, я об этом не заморачиваюсь, я буду ждать рестарта, как бы, и без лишних заморочек, и все. То есть, сегодня я хотел для вас снять видео о том, как томить жуков, что каждый жуки дают сами по себе и так далее. Это легкая бы серия вышла. Я не хотел ничего не строить, ничего. Я просто оградил территорию. То есть теперь я специально оградил территорию. Вот, теперь этот чиф никуда не уйдет, он ничего не сделает. Я просто буду сейчас отдыхать. Скажите спасибо этому дебилу и дегенерату. Кстати, вы среди него играете. Там очень много людей еще пришло на сервер. Давайте я вам даже покажу название сервера. То есть вот название сервера. Сейчас играет только 3 человека. Учитывая, что этот сервер всегда был пустым. Сейчас играет 3 человека, перед этим играло 5 людей, и как бы там играют немало народу. Вот, сервер я менять не буду, вот, так как я буду ждать, пока этот чиф исчезнет и так далее. Писать, искать администрацию этого сервера я тоже не буду, потому что не вижу в этом смысла и так далее. Если один дегенерат считает то, что он имеет право 1000 людей лишить моих видео, ради бога, я по этому поводу не заморачиваюсь. Не сегодня сниму, так завтра сниму. Завтра еще не запустят в игру меня. Послезавтра сниму, послезавтра не запустят. Ну, что поделать, послезавтра сниму. Когда-нибудь я сниму свое видео. И конструктив тот, который я хотел записать, я запишу. Без заморочек, то есть, как бы в этом плане. То есть рано и поздно будет видео с тем, что я хочу. Вот, да, есть вариант перейти на Savage Comments Live и играть там. Там есть администрация и так далее. И
То есть с администрацией можно связаться и так далее. Но я не собираюсь, потому что это PvP-сервер опять. Опять это будет, этот дебил будет не только вызывать боссов, но вы поняли, про кого это уже идет речь. Вот, этот дебил, ему не нужно будет вызывать боссов, ему будет достаточно прийти и просто взорвать мою постройку, там, убить динозавров и так далее. Способы есть, и способы довольно-таки легкие это все сделать. Вот, поэтому как бы такие вот дела. Даже здесь есть способы накосячить куда больше, нежели просто тупо вызвать босса. Ну да ладно. Этот школьник дебильный просто ни на что не способен, кроме как мелко пакостить. Вот, поэтому как бы, как я уже сказал, серии не будет. Я буду каждый день записывать подобную серию, рассказывать о том, что, что произошло, так сказать, за день, и ничего более. Потому что ничего более не произойдет. Потому что вы сейчас увидите то, что происходит. Не пускают на сервер, потому что сервер крашится. Если я буду заходить на сервер, то у меня просто крашится игра, ну и, соответственно, видео тоже крашнется. Вот, поэтому я заходить на сервер не буду. Да и вы все равно не увидите... Не краш ничего. Вот. Никого не крашнет на сервере, кроме меня. Потому что я живу на острове. Вы это прекрасно знаете. Вот. И, соответственно, босс, он закрытый. Именно для этого я поставил забор. Чтобы пакость этого дауна не мешала другим. Вот. Соответственно, этот просто дебил пришел ко мне на остров. Вызвал прямо на острове, и все. Вопрос в другом. Как этого дегенерата зовут? Кстати, в племени Адзака появился кто-то новенький, и я, конечно, не знаю, кто это. Я, ну, такие ники даже не... Ну, там много кто, чьи ники я ни разу не видел даже. Вот, поэтому, как бы, любой из них может быть таковым. Вот, и, как бы... Суть дела в чем? Сделать это все, ну, накосячить ему легко, просто приходишь к нему на базу, вызываешь босса и убегаешь оттуда, пока он не появился. Он появляется, и он больше не сможет зайти точно так же в игру. Потому что у него 100% такая, точно так же есть база, точно так же она закрыта, то есть, ну, сказать, от посторонних глаз, и точно так же можно сделать, вызвать босса так, что он с его базы не уйдет. То есть можно сделать именно так. Проблема в другом. Вы никогда не узнаете, кто этот, если этот дебил и дегенерат не напишет где-нибудь в комментариях и так далее, кто это. Вот. Такие вот дела. Ну все, на этом все. На сегодня, так сказать, отчет о том, почему вы лишились видео и почему вы не узнаете ту или иную информацию по моду. Будете искать где-то у других людей, бродить интернет, хотя вы вряд ли эту информацию найдете, так как по этому моду нормального вики до сих пор и нету. А вики только заполняется, заполняется. Собственно, и по Анунаки этому моду заполняется только информация, а уж по этому моду Arkham's Life, Arkham's Life, вот. По нему вики там всего лишь несколько статей, официальные вики, прикиньте. Вот, я эту больше там заполню вики, если уж на то пошло, моими видосами. Ну вот, нежели есть на официальном видео, на официальном вики. Ну вот, все, на этом все. Кстати, я читал информацию о том, что там с боссом и так далее, но все такая же история. То есть автор пока что не торопится менять боссов. Точнее, заморачиваться с боссом, там, по-моему, куда большая проблема, нежели она на самом деле существует. Хотя, то есть проблема с боссами, она была, есть и будет. Причем, по ходу дела, энное время. Ну все, на этом все, я уже сказал, на сервере люди играют, немало, сейчас играет на данный момент онлайн 3 человека, перед тем, как я, перед запуском этого видео, я зашел на сервер, то есть я был в игре,
Ну, я как бы отсутствовал за компьютером. Ну, ладно, подхожу, смотрю, ну, краснуло. Думаю, ну, понятно, все. Нужно записывать серию. Именно вот то, что вы видите. А хотя я хотел записывать нормальную серию про жуков. Именно вызывать всех мини-боссов, жуков создавать, смотреть, что они создают и так далее. Так что ищите сами информацию. Потому что один долбоёб решил, что вам она не нужна. Вот. Не спрашивайте, кто он, я не знаю, как его ник. Как вариант, опять это тот же самый Муму. Но если что, всяких Муму... По-другому этого дебила и не назвать. Да, хотел пошутить, но решил не нужно. Вот, их там пользователей что-то 800, что ли, пользователей. Так что нужного вы не найдете. Даже если вы будете браздить интернет, так сказать, Steam в поисках его. Да, ну что, а сегодня такой маленький отчет закончился. Если завтра у меня все так же будет игра крашиться, то завтра вы увидите такой. Я не заморачиваюсь по этому поводу. Я сейчас отдохну, поиграю в игры для себя. Не буду, знаете, приходить и думаю, господи, мне сегодня надо записать видео. Блин, люди ждут, надо записать видео. Я вот так приду, посмотрю, ага, у меня крашится. Запишу такой же отчет. На следующий день я его выложу, понятное дело. И все. А, сам я буду сидеть отдыхать. Что-нибудь играть. Там, не знаю, с племянником пойду поиграю. Они тем более, что приехали ко мне. Ну вот, на несколько дней. Так что... Спасибо тебе, дебил, что даешь мне время отдохнуть. Но... Косячишь ты больше не мне, косячишь ты больше людям, которые ждут мои видео. Вот, и я тебе открою секрет. Дегенерата ты кусок, я знаю, что ты смотришь до конца, ты же хочешь поднять свое ЧСВ, ничего более. Мне плевать на тебя, мне не плевать на зрителей, на все тысячу людей. Даже под моим видео в последнее время больше 1000 просмотров. Мне не плевать на них. Мне плевать на тебя, мне не плевать на них. Потому что люди ждут. Столько вопросов сыпется в комментариях, столько вопросов сыпется в личку. И люди спрашивают. Люди стремятся попасть в команду ко мне. Ну, к сожалению, я в страйк не набираю. Вот. Так что ты косячишь им. Да, ты такая косячная, дебильная тварь, которая косячит тысячи людей вместо того, чтобы попытаться накосячить одному. Мне на это пофигу, а вот остальным, к сожалению, нет. Ну, возможно, завтра это все исправится, и то есть будет какой-нибудь рестарт, либо еще что-то, и... Босс исчезнет, потому что тот босс, он либо исчез, либо убили, я не знаю, Адзака перенес свою базу, вот, так что все нормально, Адзака там нормально все играет. По крайней мере, его база перенесена, все хорошо. Кстати, тот домик, который я строил, ему вообще просто под ноль снесен, я не знаю из-за чего, может босс снес, а может нет. Фух, ну все, эту серию будет смотреть мало, меньше людей. Потому что название, не знаю, я еще не придумал. Вот, но, так сказать, оно и так слишком затянулось. 14 минут уже идет, просто тупо болтовни о том, что какой-то дегенерат лишил вас видео. Вот. Я не думаю, что он настолько дебил, что он напишет в комментариях, что это он и так далее. Да и как бы это даже не решит проблемы для вас, потому что вы не сможете его найти на сервере. Единственный вариант — это в настройке включить отображение Steam ников. Кстати, надо это на постоянке включить, чтобы сразу дегенератов выслеживать. Ну, по крайней мере, вы всех их будете знать, все, кто играет на сервере, именно по Стиму. И там не важно, как он изменит имя, точно. А Steam
Он показывает ник. Ну, по крайней мере, можно зайти в профиль и посмотреть, какие у него ники были до этого. Так что без заморочек. Все, на этом все. 15 минут видео о болтовне о том, что да когда где. И вкратце, вас один дебил лишил видео. И, возможно, не на один день. Ну, а я отдыхаю. Отдыхаю в прямом смысле слова. Я просто расслабляюсь сейчас. Чем пойду поиграю для себя, для души. Ну, тех же самых героев. Вот. Как вариант, стримчанский, кстати, тоже будет по какой-нибудь другой игре, а не с рода, не по арку. Я не собираюсь искать какие-нибудь другие сервера и так далее. Я хотел именно здесь стримить. На этом же сервере. Вот, и, не знаю, там, боссов валить, жуков набивать, обелиски пытаться выбить, прикиньте, что я хотел сделать. Ну, такие нормальные были планы, чтобы вам помочь понять этот мод. Но один человек решил, что вы этого недостойны. Кто он? А черт его знает. Я же не Ванга, да даже если бы я был бы им... Я бы все равно бы не знал бы, кто это на 100%. Потому что это все фигня. Все, на этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Пишите свое мнение реально в комментариях. Это будет очень интересно. Вот. Ну, а я продолжу ждать, когда будет там рестарт сервера, когда исчезнут все боссы, все хламье это исчезнет, перезапустится и так далее. А возможно он разрушит всю мою базу и убьет меня, что, так сказать, из-за чего получится, что я смогу зайти на сервер. Тоже как бы, ну, такой из вполне адекватных вариантов. Я то, что я там имел. Да, единственное, только динозавров жалко. А, кстати, у меня есть там призрак патча. Если все это выживет... Не, наверное, он не выживет. А, но он за забором, кстати, патча. Почему призрак? А он, зараза, под текстуру как упал. И все, он не может под текстуру вылезти. Он в воде постоянно плавает, и я его не могу вытащить. Я его вытаскиваю на берег, бросаю... На постройки, на землю. Он проваливается вниз и... уходит на нижний этаж на воду. Я не знаю, что с ним сделать, но убивать жалко. Он у меня там живет, и я его так поставил, чтобы он немножечко на берегу стоял. Все. На сегодня все. Поэтому всем удачи, всем пока, всем счастливы, добра. Да, что-то выпуск получился как-то длинновато. Ну, следующие выпуски будут короче. Я уже не буду объяснять, что в чем суть доделала, просто скажу, вот сегодня я также не покажу вам ничего. В общем, все. Всем пока.